Улыбка на лице – твердый и уверенный шаг. Матушка Стефанита обходит территорию Кылтовской, уже ставшей ей родной, обители. Сама настоятельница монастыря не из наших краев. Родилась на Дону, в Ростовской области, в крестьянской семье. За 2 года до войны, в 1939-м. Несмотря на то, что была очень маленькой, помнит, какие ожесточенные шли бои в их районе. В станицу пришли немцы, приказали ее отцу делать виселицу. Значит, его поставили под расстрел. Вот. Один стреляет, а другой подбил его под локоть. Толкнул папу, говорит: отец, беги. И папа убежал. Вот. А маму потом, нас четверо было, маму потом 3 суток под автоматами держали, вот, чтобы так вынудить папу вернуться или как-то выяснить. Она говорит: я была как каменная, просто стояла и молилась: Господи, только бы сперва меня, а потом детей. И тут как раз, ну там много раз было, переходила эта станция из рук в руки, и как раз, когда 3 суток прошло, и наши как раз стали наступать, они все побросали, немцы убежали. Отец вернулся, но ненадолго. По доносу его сослали в Сибирь. Мама воспитывала 3 одна. Потом были школа, студенчество. В Коми приехала за романтикой на комсомольскую стройку поднимать ЛПК. Тогда же стала ходить в Кочпатскую церковь. Сердце потянуло. Семья у матушки Стефаниды всегда была верующей. На службу спешила даже после ночных смен. На 3 автобусах добиралась. А на пенсии приняла постриг. В 1995-м владыка Петерим, который ей во всем был примером, благословил ее на поиски Кылтовского монастыря. Тогда даже не знали, где он расположен. Набрели случайно, когда грибы собирали. А там полная разруха и горы мусора. Тогда же образовалась новая община Кылтовского монастыря из 38 сестер. Вначале, как шутит игуменья, в Ульяновском монастыре 3 месяца проходили курс молодого бойца. А затем, как об этом историческом событии писала республиканская пресса, старшая сестра-монахиня Стефанида с несколькими послушницами и нехитрым скарбом совершили дальний переезд из села Ульянова Усть-Куломского района в село Кылтово района Княжпогостского на арендованном по такому случаю автобусе. Устроились в полуразрушенном соборе. Отверстия в стенах законопатили как могли. Установили железные буржуйки. Так они пережили 2 зимы. Вода за ночь покрывалась льдом, волосы примерзали к подушке, вспоминает матушка. Спали на полу, на матрасах, по соседству с мышами. Нам довезли дрова. Дрова оказались сырыми. Нам поставили печки, такие металлические, которые пока топишь, они как бы еще греют. И вот целую ночь надо подтапливать, подбрасывать дрова, чтобы, ну, как говорится, чтобы не замерзнуть. А дрова еще текут, это было ужасно. Ну, милости Божией, вот, все, как-то все обошлось, никто не болел. И это так вот. Ну, мыши, правда, померзли. Утром встанешь их, таких мышь там, замерзшие мыши, в совочек их сгребешь и на улицу. Это последняя съемка матушки Софии. К сожалению, недавно ее не стало. Здесь в интервью она о тех тяжелых днях вспоминает с долей юмора. А ведь среди сестер была самой молодой. Но наравне со всеми стойко переносила все трудности. Через год, как легендарная община обосновалась в монастыре, Кылтово посетил патриарх московский и всея Руси Алексий II и благословил их нелегкое дело. Возрождать обитель взялись всем миром. А потом нам передали сестринский корпус уже, и там уже печки есть, нормальные такие печки. Там уже легче стало. Собор в это время восстанавливался, делали какие-то такие, ну, необходимые работы, то есть кровля там такое, чтобы хотя бы сохранить, законсервировать, чтобы дальше не разрушалось. И, ну, люди помогали очень сильно, помогали и трудом, и средствами, и материалом. Сегодня обитель не узнать. Здесь все изменилось. Отремонтировали сестринский корпус, а этим летом в соборе, который был самый разрушенный, уже начали проводить службы. Здесь восстановили помещение, отремонтировали крышу, покрасили автомобильной краской. Приступили к восстановлению паломнической и южной части церкви. Установили иконостас, который сделали по старой фотографии неизвестного художника. Этот иконостас сделан
спроектируем по фотографии 18 века, по черно-белой. Все иконы, какие там были, мы их все восстановили, заново их вот напечатали. Сделан этот иконостас из дуба, вес его 5 тонн, и он прям прекрасен. Нам вот очень нравится, как сделали все элементы, и прям удивительно повторили фотографию 18 века, какой он был раньше в монастыре. На сегодня остался наружный ремонт, но эта работа затянется на года 3, говорит Владимир Запорощенко. Территория большая и много сложных узоров. Да еще все делается только своими силами. Осталось 4 купола поставить. Сегодня проект уже готов. Елена Кононова, Владимир Кривцун, телеканал «Юрган», Княжпогостский район.